Стихотворение «Разлука» Александра Сергеевича Пушкина. Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. В последний раз в сени уединенья моим стихам внимает наш пенат. Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последние мгновенья. Прошли лета соединения, разорван он, наш верный круг. Прости, хранимый небом, не разлучайся, милый друг, с свободою и Фебом. Узнай любовь, неведомую мне, любовь надежд, восторгов, упоенья, и дни твои полетом сновиденья да пролетят в счастливой тишине. Прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого ручья, святому братству верен я. И пусть услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все-все твои друзья. Краткий анализ стихотворения «Разлука» Александра Сергеевича Пушкина. Стихотворение было написано в 1817 году и посвящено близкому другу поэта Кюхельбейкеру. Тема стихотворения «Дружба». Произведение состоит из трех условных частей. В первой части поэт грустит по поводу предстоящей разлуки с лучшим другом. Во второй части от чистого сердца желает ему всех благ. А в третьей части заверяет друга в своей верности и преданности. Жанр – дружеское послание. Стихотворение написано четырехстопным ямбом с чередованием перекрестных и охватных рифм. Что касается литературных приемов, то в стихотворении встречаются такие приемы, как метафоры, в сени уединения, в огне ли смертной битвы, эпитеты, последние, верные, милые, счастливые, родимого, и олицетворение, внимает наш пенат, прошли лета соединения, и дни твои полетом сновидения да пролетят в счастливой тишине. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.